Ну что ж, я продолжаю попытки пройти этот мод. Какой-то раз по счету я уже не помню. Сейчас надо потушить пламя. Стасик взял, расфигачил все. Побежали. Он прям припустил. Давай, подходи сюда. Туда иди. Ну чё, он умер? Я не вижу. Наверное, да. Так, сейчас бежим за травой быстро. Так. Ну, а получилось. Немножко получилось. Нет! Не надо, Стас. Что начинается-то опять? Так, подожди, мне надо кнопку нажать. Вот. Так. Не надо, не надо. О, опа, опа. Блин, а мне правильно сказали-то? На кнопки. На какие кнопки действия? Идти. Кто его знает? Я нажимаю что-то, и что-то происходит. Задвигаем Стаса. Оставляем его наедине с собой. О, у меня отлично еще по здоровью. Хорошо. Так. Идем смотреть рекламу, блядь. Средств. От недугов всяких. Он же сломал. Я не хочу просто зачем. Так, давайте смотреть. Саксприм, это я помню. Открылось замечательно. Я уже все эти, блядь, действия выучила. Мне уже надо переходить к другому. Так, берем спрей. Здесь закрыто. Пришел Стас. Нет! Это было близко.
Не надо. Блин, почему я всегда забываю, вот каждый раз гребаный, что он сейчас побежит здесь. Такая, на релаксе просто иду, я не знаю. Когда-то я усвою, блядь, урок этот, или нет. Сюда, понадобится, пошли. Бля, зараза. Так, сейчас вынимаем спрей. Вынимаем, что там, патроны для дробовика. Они мне не нужны. Пока все отлично. Это пока я до зомби долбанных этих не дошла. Да, у нас там тройничок происходит, нахуй, со Стасом и с двумя зомби. И все, блядь, меня хотят схватить. Сейчас еще здесь, блядь. Я уже вас не боюсь. Я уже не боюсь вас. Так, кричит. Мальчик все еще отдыхает. Я не знаю, может подойти к нему или не надо. Или он сейчас встанет, и мне еще с ним придется драться. А там что-то лежит. А что это? Че, блядь, меня завалило нахуй? Или че? Ничего не поняла. А что, блядь? И что это было? И что это я взяла? Ничего не поняла, нет. Подождите, мне, блядь, показалось, что у меня вот это упало. У меня уже глючит в этой игре, блядь. Я не поняла, что это было. Я не знаю, что это было. Что это было, мы не знаем, нахуй, и не узнаем, наверное, никогда. Так, в жопу иди. Нахуй пошел. Сука! Сука, Стас, не надо, нахуй. Блядь, вот сейчас у меня не получилось, манфуму. Жопу, надо как-то пытаться опять убежать, а не манфуму. Так, отлично, это все равно. Жопу пошел, нахуй пошел. В пизду, Стас, заебал. Я уже покоцанная вся. Нет! Не надо меня здесь убивать. Жопу. Так, тихо. Снимем травку хотя бы. Стас, не надо, не надо меня трогать! Нет! Все, так и нет. Да. Но я больше уже, чем вчера пришла. Я смогла по ступенькам подняться. Нормально, нормально, все хорошо. Единственное, может мне аптечку тогда взять, получается, с собой. Но проблема в том, что эти аптечки надо копить, блять, чтобы потом Михаила вылечить. Хуй его знает, будут у меня еще аптечки, сколько их будет. Михаила, блять, Виктора. Ну ладно. Еще раз. Блять, я пройду вообще интересно. Блять, что я делаю нахуй? Используем. Используем этот шланг. Берем его как следует и используем. Вот так хорошо. Сейчас еще Стас придет. Будет предъявлять мне что-то. Сломал все нахуй. Ручкой так сделал, типа, что-то мне предъяву какую-то кидает. Ничего не поняла.
Может, это он типа пламя разжег? Костерок, нахуй, на шашлыке, а я, блядь, его потушила. Вот. Кстати. Так после этого же он и появляется, наверное, так и есть. Он шашлык собрался жарить, а я нахуй. Потушила все. Я уже нахуй не мастерляю. Это игра просто. О, это игра. Надо подождать. Я сейчас думаю, чтобы поближе подошел. Почему нахуй башка не открывается, блядь? С первой, блядь, пули, все нормально. Так, он достигнулся. Утечка произошла. Ну что зачем-то? Меня все равно в этой игре, блядь, не дают нахуй выстрелить нормально. Так, он уже замахнулся. Сейчас я грибу лювей. У меня какие-то уже совершаются попытки, блядь, мансануть, что-то уже пытается произойти, но нахуй пока, блядь, Стас, блядь, это было круто, блядь, Стас, ну блядь, зачем ты меня все трогаешь, я не могу, уже достал просто, ёб твою мать. Ни хрена он припустил. Он просто уже... Он шакалит не по-детски. Он просто припустил в конце уже просто. Жесть. Угу, конечно, да. Злющий Стас. А я что-то не слышала, чтобы он что-то разбил. Аквакуры. Не придет. Может, он передумал и просто развернулся и ушел. Неплохо. Так, берем ключ. Берем спрей. Нет. А блять, а я не слышала, что он что-то разбил. Или я уже все нахуй оглохла от этой ебучей игры. Я в дверь не могу зайти. Что-то Стас, мне кажется, там этот замыслил. Что-то не то идет, по-моему. Он уже не так, кстати, быстро вышел. Блин, может, он решил поддаться мне наконец-то. Ну так и правильно, блядь. Наконец-то. Давно надо было это сделать. Так, все, берем трубу. И уебываем отсюда. Ничего не понятно, теперь он кричит здесь. А чё, я выйду, и он сейчас тур будет? А зачем? Зачем они так делают?
Зачем так делать? Что за издевательство вообще над людьми? Пиздец. Хотя, может, тогда его там не будет. Я сейчас могу спокойно мимо зомби проскочить. Нихуя себе! Блядь! А Стас умеет удивлять. Ёбаные волки! И теперь меня, короче, здесь хватят. Заебись! Так, ну да, действительно, нахуй, блядь, приходите будет это. Подождите. Твою мать, сука! Не надо! Нет, отпусти меня! Да не туда отпусти, не зомби, блядь! Сука, тварь! Нихуя! Это сейчас было неожиданно. То есть Стас решил меня удивить в этот раз. И нахуй выйти не там, а сразу здесь. На вечеринке, блядь, сюрприз. Угу. Еще тут и Стас, блядь. Стас, блядь, где Надюша, Метелка, нахуй? Все собрались. Нихуя себе, это вообще неожиданно было. Блядь, сначала, нахуй, там собаки вместо зомби. Теперь, блядь, Стас... Откуда-то вылез, нахуй, в другой локации, блядь. Удивительная вообще игра. Мод. Мод заебись, конечно. Так, возьмем сразу вот это. Тушим сраное пламя. Ждем Стаса. Привет, Стас. Блять, сука, нет, не надо. Че начинается-то, блин? А чё он сегодня, кстати, блять, он сегодня прям припускает, когда я к двери подхожу, прям, чтобы, ну... Я не знаю, мне кажется, он с каждым разом просто все более жуткий какой-то становится. Блять, еще не хватало, чтобы этот ебаный зомби меня сейчас схватил, сраный. Там растеклось, нет? Хорошо, хоть здесь можно узнать, помер он или нет. Вот поэтому, блять... варенью растекшемуся. Хоть что-то. Так, побежали. Затравусь. Бля, сука, он уже замахнулся. Все, нахуй, без шансов. Блядь. Чё, блядь, Стас? Можно как-то, я не знаю. Сука! У меня уже получилось два раза целых выполнить. Ну это, блядь, успех. Еще 100 прохождений этого места, я нахуй научусь мансить. Все, отлично, по-моему, все. Блядь. Шакал, блядь. А почему он меня уже убил? У меня нормально было по здоровью. У меня еще не настолько было, чтобы убить меня. Что-то он сегодня вообще ненависть какая-то в нем проснулась просто ко мне. Чё, блядь? Ничего не поняла. Меня, короче, решили сразу кончить, чтоб я, блядь, не мучилась.
Но я все равно одолею эту... Хотя бы кусочек. Кусочек этой игры. Блять, я хочу пройти до следующего сохранения. Вот. У меня, блядь, осталась одна еще печатная лента, нахуй. Да-да-да, мы это уже слышали все 200 раз. Придумай что-нибудь другое, нахуй. Шакал ёбаный. Блять. Это жесть, я пройду когда-нибудь это долбанное место или нет? Блять. Какой-то кошмар. Иди сюда, не зли меня. Нихуя как быстро поднялся. Так, растеклось, да? Нет. Блядь, что он сегодня реально очень быстро прям уже замахивается. Блядь, я мансанула, и он меня все равно схватил. Он что, охуел, что ли? Ну, реально, убей сейчас меня прямо сразу нахуй, когда у меня здоровье нормальное, блядь. Потому что ахули, блядь. А хули нет? Сука, не надо! Блять, с дороги ушел! Тварь! О, он догоняет меня, блять! А чё с ним сегодня такое? Блять, я когда вчера играл, он не был таким. А что с ним случилось за ночь? А что произошло? У него какая-то проблема или чего? Он чё-то вообще в ярости. Ну, то есть тут игра такая, что, блядь, ты играешь, нахуй, не можешь прийти, и он только ужаснее становится, да? Это вы мне вот это хотите сказать, да? Ну что, блядь, надо было сразу проходить, а теперь уже все. Шансов вообще не даётся, короче. Блядь, я уже запуталась, нахуй, в управлении. С этим Стасом. Блять, вот сейчас он сломал, ладно, я слышу вот эти. Блять, не видите, что он сейчас, блять, вот зайдет, когда я код буду вводить. Совскрин. Снова посмотрели, блять, на бутылочку нахуй слабительного. Нам со Стасом никакого нахуй слабительного не надо. Но он сам нахуй выступает в роли слабительного, блядь. Ну твою мать. Интересно, как сейчас он будет где? Чё, кстати, у меня... А, нормальное здоровье. Что-то подумала, что я... Ой, бля! О боже, это было очень яростно, твою мать! Да он что-то вообще жесть. Или мне кажется, блядь, или он всегда такой... А я не могу открыть дверь, что, блядь, подождите. Подождите, секунду, нахуй. Я не могу зайти, вот сейчас могу. А почему я не могла зайти? Точнее, выйти. Что-то я ничего не понимаю. Так, вот так вот идем, тихо, спокойно. Ну, кстати, этим и интересно. Я хотя бы одно и то же место прохожу, но чуть-чуть по-разному получается.
конечно, Стас, то тут, то там. Сюрприз нахуй. То есть, когда вот здесь встаешь и он кричит Старс, ты уже слышишь, что он будет там, где зомби выпрыгивают из окна. А если он не кричит, то он там не будет, или как? Я правильно понимаю, нахуй, что он сейчас, ну, блядь, на своем обычном месте, или... Или это снова обманка какая-то веселая? Не знаю, блядь, сука, вот я иду туда нахуй, мне уже кажется, что все, это конец моего, блядь, пути. Как бы хоть, блядь, там отбежать-то, я не знаю. Так, здесь Стас будет, нет? Нет, слава богу. Просто зомби. Хотя бы можно сразу отбежать. Никто не задерживает. Блять, как бы хоть здесь-то пробежать? Я даже не знаю, нет никакого плана, там просто нужно оббегать как-то. Я не знаю, вот здесь что-то там взялось или не все. Что-то я подошла, там что-то да, нет, я нажала да, и ничего не произошло. Чё это, блять, я не знаю. Ну а как, блять? Может мне прям на него идти? А можно, блядь, не надо? Это тупо нахуй бокс начался. Это была неудачная попытка, ладно. Больше так не делаем. Сука, что? Блядь, что нахуй? Он меня просто забил. Еще прям в сиськи. Блять, хуярил прям в грудь. Что-то Стас вообще какой-то. Жена ненавистит, походу. Боже. Почему я не могу пройти? Это место какое-то заговоренное, блядь. Сука, Влад. Тушим пламя уже, я не знаю, в который, блядь, раз. Это пламя скоро синица, блядь, будет. Жесть какая, я не знаю. Мне кажется, там все элементарно, блядь, проходится. Вот просто я, нахуй, вот так вот. Мне еще, нахуй, в начале казалось сложно. Ну-ну, конечно. Вот теперь он сразу встает, уже не притворяется ничего. Полчаса. А сразу. Все понятно, ты не помер еще. Так, что, все, нет? Блять, это он. А, нет, тут растекается. Растекается. Оно растекается. А, у меня нормально, блять, оно же перезарядилось. Почему сразу нельзя на кнопку нажать? Не надо! Так, принимаем аптечку, и сейчас как-то должно все произойти. Стас, не надо, Стас, я не хотела стрелять, извини, так получилось, нахуй. Не надо, 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 не надо. Зачем он все время, блядь, что он уже... Блять, дашь мне шанс, нахуй, шанс! Шанс, блядь, пройти игру, блядь. Хотя бы пройти это место ебучее.
сука, я сейчас уклонилась, нахуй. Но он все равно меня взял, блядь. Почему он меня берет? Почему он берет меня все время? Не бери меня, Стас. Не надо, пожалуйста. Тихо, не надо, не надо, не надо. Тихо, не надо. Все нормально, все хорошо. Не надо! Блять, это пиздец. Это какой-то трэш. Это просто нахуй, я не знаю, как это, блядь, описать словами. Непередаваемое чувство, блядь, когда он уже подбежал, нахуй, замахнулся и почти, да. Пиздуем отсюда. Когда он почти нахуй ударил, но не ударил. Пес. Он просто пес. Зашибись, он все разбил. Пес нахуй шакал. Других слов, блядь, не подобрать. Одравил. Немножечко такая расслабляющая. Типа все нормально. Блять, какое там слово было? Отрубил, да, вроде? Блин, вот если Стас будет там, где зомби выпрыгивают, то все, мне кажется, мне уже дальше не прийти, потому что он задерживает меня, и зомби, блядь, меня грызут, а их там дохуя, просто туча. Короче, это пиздец. Так, он что-то стрелял. Подожди, подожди, не надо! Что ты делаешь-то, ёб твою мать? Нет! Сука. Он душный, блядь. Так, подождите. А у меня по здоровью нормально получается. Может мне, блядь, вот это взять, чтобы нахуй там нормально зомби расстреливать? Но мне кажется, я все равно не успею. Так, ладно, хотя бы до сохранки, потом уже что-то думать другое. Я думала, опять не входит. Ну нет, вошло, вошло, все вошло. Так, здесь, по-моему, травка. Мы берем. Так, ну сейчас что-то он уже потише вроде идет. Потише себя ведет уже вроде, ну так вот. Осознал, что не надо. Не надо надо мной издеваться. Где-то прикид уже есть, да? Или нет? Издевательство, блядь. Сука. Кстати, антиса мне понадобится что-нибудь между зажигалкой или что? Да в пизду. Я сейчас могу дойти до бара, блять, и войти в ту дверь, чертов. Я уже, блять, вхожу сюда, боюсь, нахуй, тут Стас уже ждет меня на вечеринке, блять. Я слышу зомби. Я слышу Стаса. Я не хочу туда идти. Блять, как его замансовать? Вот это что такое? Я не пойму, блять.
Что это такое? Я не понимаю. Ладно, я не буду подходить. Все равно это ничего не даст сейчас. Сука, начинается. Может, не надо, блядь? Я не понимаю, я оборачиваюсь. А нахуй не пойдешь? Так, я застряла снова. Не надо, Стас, не надо. Блять, она в Стаса начала стрелять. Это очень плохо. Я почти нашла, блядь. Сука. Я не знаю, я нажимаю кнопку, и она не работает. Чтоб зайти в дверь, она не заходит. Я не знаю, это тоже, что ли, нахуй? Специально, блядь, сделано. Я не знаю. Это какая-то жесть, это какое-то непроходимое, блядь, место ебучее. Что такое? Ну, у меня уже получается мансовать. Уже оно так в разные стороны начинает, ничего неплохо. Интересно, кстати. Да пошел ты нахуй. Заебал уже одно и то же, блядь. Один и тот же, блядь, звук. Я жив такой. Притворился, затих. Устал. Я упал, я устал. Бля, ну там я оббежала уже. Вот так и надо делать. Как-то у меня получилось неплохо оббежать. Да, писаю, не подряжать. Так, что там растеклось? Мы бежим за травой. А что, блядь? Блядь, если Стас берет, так он уж нахуй берет. Он уж как следует, блядь, сука, берет. Стас, ну не надо, блядь, я кнопку не нажала. Не надо. Отойди! Отойди, блядь! Зачем она повернулась? Он уже с такой ненавистью швыряется. Заебала, сучка. Проходи уже быстрее, нахуй. Я не знаю, это какой-то трэш. Сегодня что-то вообще у меня ничего не идет. Я уже все, даже мансунуть не могу. Он может пододвинуться или он не может, блядь, пододвинуться. Жопу свою сраку нахуй огромную. Сука. Все, короче, я ранена снова. Блять. Ну ладно, сейчас аптечкой нахуй используюсь. Пизду. Я уже побежала. Что-то я не могу, я не знаю.
Сколько раз еще так проходить? Так, а чем построить, кстати? А, ну в принципе можно и траву там потом эту. Если я, конечно, успею, блядь, ее взять. До нее добраться, точнее. Так, какой сейчас код? 23.05. Так, ладно. Все нормально будет. Все будет хорошо. Да, все будет отлично. Потрясающе, здорово. Твою мать! Да. Я не буду, короче, ничего принимать, все, я уже труп все равно. Играй нахуй обратно, играй заново. На, смотрите, я его замансовал у стола. Я уже не торопясь, все. Да. Так, у меня каушен. Понимаем. Блин, сука! Почему? А почему, когда иногда принимаешь, когда каушен и травка нормально срабатывает? А иногда, блядь, и не срабатывает. Что за трава вообще какая-то бракованная? Некачественный, блядь, продукт. Летуны. Не знаю, мне сейчас не заманчить в таком состоянии. Ну, сейчас сдохну, наверное. Сейчас посмотрим, что тут. Что это такое? Чё это, блядь? Что? Да! Что она наклонилась и что? А, она спряталась, может, от Стаса? Подождите, она подняла... Я не поняла вообще ничего. Может, здесь можно посидеть нахуй, подождать, когда он уйдет? Я не знаю, что это такое? Вот это что это? Ну что это? Мне кажется, ли она, блядь, подняла дверь нахуй от машины, да? И вот так вот села. Или нет? Что это? Ну что? Что это?
плечо, блядь. И вот она стоит. И что это было, блядь, такое? Что это нахуй было? Я не понимаю, что это, блядь. Нет, в пизду. Я не поняла, что это такое. Чё это? Что это? Ну. Что это какой-то... Я не знаю, что. Ну вот, Стас. Блядь, ничего она не отсиделась от него. Блядь, сука. Шакал вонючий. Блядь, он меня поймал. Не надо. Нет! Блядь, я уже даже повернуться не могу. Так, тихо. Тихо, все хорошо. Так, спускаемся. Надо вот здесь бежать, так. А, я застряла немножко. И он меня опять зомби кинул. Спасибо, блядь, я только обходила, нахуй, обходила. Ёбаный вонючий шакал. Сука. Мне почему-то смешно, я не могу. Сука, я даже напрягу. 46 минут играю. Ну ладно, пока, всё.